Здравствуйте, друзья. Я уже домой еду, почти 10 вечера. Вы, может быть, видите там картинки, там какие-то буйные головушки. Это наши студенты фулл-тайм занимаются, сидят. Пока уроки идут в классных комнатах, они тут в конференц-рум занимаются. А я зачитываю вопрос. Михаил, здравствуйте. А было ли у вас видео о том, что за успешными проектами, стартапами, например, тянется шлейф недовольных, в кавычках недовольных, тех, кого не взяли в проект, не подарили акции, не дали опционов, не повысили в должности, тех, кто считает, что чем-то помог, а его не осыпали золотом за это. Есть ли такое явление в США? Нормально ли это? Или болезнь, или это болезнь, которую надо лечить? Лечить болезнь, знаешь. Хорошее дело. Там, может, их это посадить там куда-то или в Сибирь, там на поселение. Ну, давайте поговорим, как с этим дело обстоит. Значит, всякое успешное предприятие некоторым образом вызывает мысли у людей, которые ничего не получили, или, может быть, получили меньше, чем они думали, что получат, или меньше, чем они считают, что им положено, и так далее. Поэтому всегда есть люди, которые недовольны. Я помню, такая есть пословица, что у победы много авторов, а у поражений нету никаких. Поэтому, когда что-то провалилось, никто там особо, ну что. А вот когда заработали, когда победа, успех, слава, деньги, положение и так далее, возникают люди, которые как бы им что-то не додали. Тонкость этого всего состоит в том, что общество правовое, все отношения регулируются законодательно. Право прецедентное, это очень важно, потому что если такая ситуация уже возникала, а я вас уверяю, что такая ситуация несомненно возникала, то есть это что ж такое должно быть, чтобы вот, допустим, такого еще никогда не было, даже представить себе трудно. Поэтому, когда такая ситуация возникла, мы примерно уже понимаем, как суд решит, если оно вдруг попадет там в суд. И, конечно, есть, например, не очень добросовестные адвокаты, которые говорят вам, вот был похожий случай, он может быть не совсем такой, но мы можем, значит, обратиться в суд, чтобы там вот посмотрели на это, посмотрели на то. То есть когда адвокаты там с разных сторон начинают обмениваться аргументами, они говорят, вот был случай, который разрешился, ну вот как мы считаем, в нашу пользу, так сказать, по аналогии с нами. И вот там вот мы хотим, чтобы вы его использовали как прецедент. А противная сторона доказывает, что тот случай не может быть прецедентом, потому что там были обстоятельства, которых тут нет. И вот они вокруг этих прецедентов ходят. Поэтому, безусловно, в принятии решения судами есть некоторая неизвестность, потому что что рассмотрят, что не рассмотрят, с чем согласятся, с чем не согласятся. Если случай абсолютно чистенький, понятненький, то там, в общем-то, все известно заранее. И в Соединенных Штатах до суда доходит мизерный, какой-то совершенно мизерный процент, там, я боюсь соврать, когда-то мне там говорили статистику, там чуть ли не 3-4%, там, потому что все остальное до суда решается, потому что когда уже показания со свидетелей снят, когда уже все факты есть, и все это является как бы составной частью будущего дела, и судья, когда суд происходит, судья берет дело, он его изучает, он видит все показания, которые там есть, и он, чтобы прояснить что-то, что не вполне понятно, потому что всегда что-то не вполне понятно. Судья говорит, вызовите мне вот этого, вызовите того, вызовите сего. И все, что было сказано во время дачи показаний, называется depositions. Да, вот когда все эти depositions, они туда приложены, и они являются такой же частью судебного кейса, как если бы в суде они давали свои показания. А так их дают в свободное, ну, как бы в назначенное время в офисе одного из адвокатов. Они там собираются, приглашают стенографистку, ну, такую стенотайпистку, на машинке такой она работает. Называется корт-репортер. Корт-репортер. И вот они на этой корт-репортинг-машине, они, значит, все это записывают.
и так далее. Еще раз, страна правовая, все делается по закону. Когда мы говорим про отношения в стартапе, например, почему, вот говорят, надо там инкорпорироваться этому стартапу в штате Делавэр. Хотя мы знаем, что инкорпорируется всюду, и в Калифорнии, и где угодно, но большинство стартапов инкорпорируется в штате Делавэр. Почему Делавэр? Потому что в штате Делавэр исторически накоплен очень большой опыт судебной практики. Поэтому гораздо легче предсказать, как поступит суд, какое решение примет в той или иной ситуации, которую мы можем предположить, что она вот случится. То есть там больше наработанной практики, и мы знаем, как суд поступит. В Калифорнии, может быть, он поступит не хуже, но мы не знаем, поскольку нет прецедента. Понимаете? Таким образом, если стартап организован как стартап, это значит, что люди о чем-то договорились, они какой-то документ составили, они пригласили адвоката, они инкорпорировались. Ну, что-то такое происходит. Конечно, бывают очень ранние стадии, когда еще никто ничего не инкорпорировался, а два мальчика сели в гараже и собрали там какое-то устройство какое-то, или там первый свой Apple компьютер собрали, понимаете? И никакого контракта такого юридического с адвокатом у них не было. Я вам больше скажу, я в свое время нахлебался вот именно по этой части, потому что, будучи совершенно темным и неопытным, я начал эту Портнов Computer School вместе с одной дамой, и мы как бы на словах договорились. То есть мы сказали, значит, ты делаешь это, я делаю это, и мы делим пополам, да? После чего она последовательно отказывалась делать то, что должна была делать. И мое положение становилось все более и более сложным, потому что я должен был вытягивать то, что она не делала. Больше того, это начало какую-то такую эмоциональную окраску приобретать, потому что она почувствовала себя менеджером, она почувствовала себя человеком, который все это создал, придумал и так далее. И какой-то там Миша Портнов никому не нужный, который там вот сегодня Миша, завтра другой, там это главное, что это все она. И, то есть она договорилась до того, что она мне говорила, что вот... То есть я как-то над ней смеялся, я говорю, я живая легенда. Я говорю, ты не понимаешь, ты говоришь, что я там нигде ничего, я живая легенда. Она говорит, вот я кого к доске поставлю, она говорит, то ты будешь живой легендой. Ну и кончилось тем, что мы с ней расстались, но мы же с ней потом судились. Это заняло, может быть, я боюсь соврать, пару лет жизни это заняло и у нее, и у меня. И опять это было эмоционально, и опять это было, значит, и отделили что? А кто что принес, кто какой вклад сделал, кто имеет право на это, на то и на сё, и так далее. Вплоть до названия организации. Почему это произошло? Не было прописано на бумажке. Если бы было прописано на бумажке, да если бы еще и адвокат был там, если были деньги бы на адвокатов или там и так далее, то ей бы сказали, послушай, вот у нас соглашение, если ты отказываешься это делать, значит, мы тебя там вычеркиваем и все. Ну, согласно соглашению. А так получается, что вот, значит, не написано. Ну и так далее. Значит, ну понятно, что русский такой, значит, бестолковый бизнес, все понятно, но... Бывает ли это в более таких американских, в более крупных, в более серьезных? Конечно. Ну, конечно, бывает. Когда у людей ничего не документировано. Вот так оно и бывает. Поэтому люди более опытные. Они, прежде чем начинают что-то делать, значит, они садятся, они берут адвоката, они составляют документы все. Потому что намного дешевле положить с самого начала, там, ну, сколько это стоит, я не знаю, там, 5 тысяч, 8 тысяч, 10 тысяч, положить несколько тысяч баксов, в то, чтобы потом тебе не пришлось тратить сотни тысяч и несколько лет жизни, чтобы вот, значит, разбираться с этим совсем. Есть недовольные, конечно, но все-таки есть закон, понимаете? Тут еще есть тонкость. Если кто-то чего-то сказал, посоветовал, это, может быть, была его идея, но у него нет никаких, как бы, юридических прав, которые он может предъявить, фактически это говорит о том, что он согласен был отдать это без того, чтобы что-то получить. Он же не сказал, я тебе скажу, а ты мне за это вот это. Он считает, что ему должны были вот как-то так еще дать, там, я не знаю. Но не было такой договоренности, понимаете. Задним числом сложно. И, конечно, есть адвокаты,
которые тебе скажут, вот ты пойдешь там к 5 адвокатам, из них, может быть, 3 тебе скажут, ты знаешь, что кейс тяжелый, но мы можем побороться. Мы можем побороться там. И многие люди говорят, что если ты берешься на contingency, это значит, выиграли, получишь там свои там 35%, или там, если до суда дошло, то 40, там, не знаю, или 30% до суда, 40. Если адвокат берется это делать на contingency, то есть мне это денег не стоит, много желающих найдет посудиться. Но когда адвокат видит, что там, в общем-то, сомнительно это все, и он вряд ли деньги какие-то получит, он говорит, я с удовольствием это буду делать, но тебе это будет стоить там $350 в час. А то и побольше, а то и 500 бывает. Зависит от качества адвоката и так далее, за что он там может зацепиться. И да, люди судятся. И в основном на этом деле зарабатывают именно адвокаты. То есть, как бы, если бы адвокатов было в стране намного меньше, может быть, и жить было бы попроще. Но, с другой стороны, они как бы стравливают людей. Они создают такие кейсы, которые, если бы по-честному, там, по совести там, и так далее, так никто бы и не стал связываться. Поэтому здесь не любят вот, ну, юристов, так скажем, да, недолюбливают, потому что они раздевают людей на бабки, и все по закону, конечно, что же это, но они тебе не говорят, мы выиграем кейс, они говорят, мы можем побороться, ты хочешь побороться, вот, поэтому и начинается. Потом дальше начинается такая история, вот, допустим, один человек говорит, я вот сейчас там пойду, и у меня есть там, допустим, я не знаю что, у меня есть родственник, адвокат, да, который, вот сейчас мы с ним будем судить там, я не знаю, блогера, который меня назвал крокодилом. Например. И вот он, значит, тогда ему придется брать адвоката, и он будет тратить деньги, и даже если, вот, например, там мы проиграем, а мы, скорее всего, проиграем, значит, но зато мы заставим его тратить деньги, вот не будет в следующий раз называть нас крокодилом. А тот блогер говорит... Вот тут очень важный момент. Есть такое понятие counterclaim, встречный иск. А тот блогер говорит, ну, раз дошло до суда, то я открываю свой встречный иск. И у меня претензии к этому, вот, ну, можно сказать, блогеру. По части того, что он воровал мои видео, ставил на них свою рекламу. Так? И тем самым нанес мне ущерб, тем самым он получал прибыль, произведенную, значит, моим продуктом, соответственно, пусть он поделится и так далее. И когда у тебя встречный иск, то вопрос, тебе тогда, получается, самому надо брать адвоката. То есть даже если тебе адвокат для нападения, так сказать, не нужен, тот самый адвокат, который тебе говорит, мы беремся на contingency, допустим, это не друг. Адвокат говорит, я берусь на contingency судить. Если я выиграю, значит, мы 30%, если через суд, то 40 мои. И это вроде бы мне ничего не стоит, я такой большой герой, я сейчас пойду судить. Но в этот момент на него открывают встречный иск. А на встречный иск никто ему не говорил, что он будет его бесплатно защищать. И тогда ему уже теперь надо все-таки брать адвоката. Опа, и понеслось, понимаете? Поэтому адвокаты на исках зарабатывают. Люди в основном убеждаются лишний раз, кто не понимал, что система существует не для справедливости, а для, как они это понимают, вот как вот истец или там кто-то понимает справедливость, а суд существует для торжества закона. Вот закон всегда торжествует, а справедливость, в моем понимании, совершенно не обязательно. Вот, как правило, и не очень. Вот, так что, да, есть недовольные, да, есть какие-то претензии, да, он может в блоге написать или на Твиттере, но если он хочет по суду, если он хочет деньги получить, если он хочет, ну, что-то вот такое, какие-то права заявить, то дальше, наверное, какое-то количество адвокатов на этом какие-то бабки заработают, если есть кого судить. Вообще, надо сказать, что чем крупнее и богаче тот, кого хотят судить, тем больше желающих браться на contingency. Знаете, всякому хочется судить Google, Microsoft, Oracle, потому что это большие компании, они не хотят судиться на самом деле, они смотрят, вот, допустим, приходим мы в Microsoft и начинаем его судить на какой-то бред. И Microsoft говорит, сколько стоит отбиться от этих людей, если мы по-честному отобьемся в суде, сколько нам это будет стоить? Ну, она говорит, ну, 100 тысяч.
Они говорят, дайте ему, предложите ему 30, и чтобы он проваливал. Да? И очень многие люди согласятся на 30. Некоторые начнут торговаться и отторгуют не 30, а может быть 50. Но это чисто такое финансовое решение, то есть поскольку судиться тоже стоит денег, то очень много таких кейсов есть, где вот эти вот, ну, можно условно так назвать юристами, вот где они так вот вылезают и там по копеечке тут сшибают немножко, там сшибают немножко. Потому что у большой компании деньги есть, и как бы они там и страховки есть, и все у них есть. Трудно судить человека, у которого ничего нет. Вот это да. А с него взять нечего, понимаете? Так что насчет того, что это болезнь и надо ли ее лечить, я не знаю такой болезни. У нас все болезни такого сорта лечатся через суд. Вот. Так что это не медицинская проблема, а юридическая, я бы так охарактеризовал. Значит, ответ будет такой: да, очень часто возникают ситуации, когда люди считают, что им не додали. Это может связано быть с дележом наследства. Вот, скажем, есть дети, есть вторая жена, а ей завещали чего-то, а детям там меньше, а они пошли судиться и так далее. Миллион разных причин есть, когда люди недовольны чем-то. Ну, в частности, в стартапах есть люди, которые недовольны. Есть люди, которые не так прочитали контракт, а как они его, так сказать, себе интерпретировали. Потом, когда деньги пришли и им досталось что-то, они думали, что им вдвое больше положено. Я присутствовал при таком. Я работал в стартапе, который был куплен большой компанией. И там было 300... За 300 тысяч его купили в январе. А за 2 миллиона этот стартап продали... Ну, его упаковали, там продукт сделали и так далее. Где-то в октябре его продали за 2 миллиона. И дядька, который был одним из создателей того 300-тысячного стартапа, он там продолжал работать, и он считал, что вот от этой продажи он должен получить там типа там 700 тысяч. А ему дали только 300. И он говорит, как же так? Я видел, как он там орал, возмущался, а тот, который купил, он ему показывал, вот же документ, вот же написано. Он не обижался на него, он говорит, вот же написано, ну где твой здравый смысл? Я знаю, что они дружат до сих пор, то есть как это все устаканилось там, но он просто не понимал смысл финансовый и пропорции вот тех условий, на которых он согласился это делать. Он просто не понимал. Он был в тот момент недоволен, это правда. Вот, так что, да, бывает. Все, ребят, счастливо, я домой приехал, а вам я пожелаю, чтобы вы всегда, когда вступаете в какие-то отношения производственные, чтобы вы всегда оформляли. Не обязательно приглашать юриста, можно просто взять там лист бумаги, написать и подписать такой протокол о намерениях, да, и так далее. Это будет вполне достаточно в суде, нежели там, допустим, тратить 20 тысяч на адвоката. Хотя, конечно, если что-то серьезное, может быть, не обойтись без адвоката. Ну и так далее. В общем, чтобы вы никогда не попадали в эти истории, вот послушайте, как я нагорел, погорел, как другие люди, и сами никогда этого больше не делайте. Счастливо!